В IX веке в знаменитый Солунский монастырь, который взрастил многих святых угодников Божьих, пришел молодой Иоанн, дабы посвятить Господу жизнь свою. Принял его под свое крыло преподобный Григорий Дикополит. Взращивал он Иоанна для дел богоугодных, и под руководством мудрого учителя возлюбил всей душой Иоанн иноческие подвиги, а вскоре достиг и духовного совершенства. Но пришлось святым оставить свое монашеское уединение и отправиться в дальний и опасный путь на защиту православия и святых икон. Прибыли они в Константинополь, где более всего разгорелась ересь иконоборческая. И, объединившись с преподобным Иосифом Песнописцем, ревностно утверждали они верующих в православии. Несколько лет они проповедовали народу почитание святых икон, несмотря на гонения и лишения. После столь тяжелых трудов преподобный Григорий скончался, а вскоре последовал за ним в Царствие Небесное и его верный ученик Иоанн. И воистину неоценим их вклад в защиту православия, а посему почтим сегодня, 1 мая, память преподобного Иоанна Солунского.